Китайские компании, зарегистрированные в технопарке «Великий камень», примут участие в ликвидации последствий стихии, обрушившейся на Беларусь на минувшей неделе. Технопарк расположен в Смолевическом районе, и три китайские компании уже передали властям Минской области 250 тысяч долларов. Район понес наибольшие убытки. В некоторых деревнях не просто сорвало кровли, но и разрушило стены. Мы здесь работаем и считаю, мы должны помогать. Это наш долг. Кроме переданных денег, компания готова передать в пользование строительную технику, которая есть в нашем распоряжении. Она будет задействована в ликвидации последствий. В Минской области уже предварительно посчитали сумму ущерба, нанесенного стихией. Она составила 8 миллионов долларов.